Для меня Борис Ефимович был не коллегой, не соратником, а, наверное, учителем и другом. Мы не можем поверить в то, что его нет. Это тот человек, который должен был быть всегда. Это тот человек, который всегда был рядом, и никто из нас не может поверить, что его не стало. Мы всегда считаем, что он будет с нами. Сейчас здесь очень много людей. Наверное, многие из вас пришли на митинг первый раз. Я знаю, что многих это событие, наверное, подняло. Да? Для многих это стало последней каплей. И для нас ночью с пятницы на субботу началась другая эра. Это другая политика, которая началась с крови. Люди перешли грань. И мы понимаем, что его убили не за то, что он делал какое-то дело, какой-то доклад или что-то еще. Его убили, потому что это был Борис Немцов, который всей своей жизнью доказывал, что есть честная политика, есть принципы, за которые можно стоять, есть идея, которая не продается. И именно за это его убили. Именно за это. Его боялись. И теперь на каждом из нас лежит ответственность, чтобы его дело продолжалось. Если раньше мы знали, что мы можем посидеть дома, потому что выйдет Немцов и скажет за вас, мы можем промолчать, потому что будет Немцов, и он скажет те мысли, которые вы храните на кухне. Теперь его нет. Некому говорить за вас. Некому организовывать марши. Некому выходить на них. Некому говорить правду. Теперь мы должны это делать. Не мы, а вы. Все те, кто вышел сегодня. Нельзя с этим смириться. Мы все должны продолжить его дело.